Всем привет! Меня зовут Аня, и мы рисуем вместе с вами. Сегодня нарисуем буквально за несколько минут самый простой способ. Покажу, как нарисовать розу. Берем любые краски. У меня лежат гуашевые сейчас краски. Их использую. Берем красный цвет. Красный или пурпурный, или розовый. Какую розочку хотите нарисовать. И начинаем рисовать бутон с внутренних лепесточков. Внутренние лепесточки у нее сложены. Начинаем из центра рисовать вот такие сложенные лепесточки. И постепенно их делаем шире и шире. Более раскрытые рисуем. Так, ее раскрываем постепенно. По кругу. Лепесточки шире становятся. Еще шире. Пожалуй, достаточно. Можно не рисовать закрытую часть бутончика, а можно сделать. Я сделаю сейчас. Такой рисуем полукруг. И его просто закрашиваем. После этого берем зелененький цвет . Можно зеленый смешать с желтым, получить более нежный светлый оттенок. И рисуем здесь такую кругленькую часть, к ней остренькие листики. Стебель будет уходить прямо через лист. На стебеле можно рисовать шипы, а можно не рисовать. И листики у розочки, они держатся на таких тоненьких листиках. И такие листочки миндалевидные рисуем. Один направлен прямо, другие в стороны. То же самое с другой стороны. Смешаю еще с желтеньким цветом, немножко другой оттенок, чтобы придать. Добавлю сюда еще листочки
Можно еще другими оттенками листики добавлять, дорисовать, например, прожилки, больше детальки сделать. Я сейчас, наверное, этого делать не буду. Максимально простую работу покажу. Максимально просто нарисовать розочку. Добавляю оттенок просто. И, пожалуй, еще красный смешаю с белилами тоже. И добавлю сверху просто еще более светлый оттенок, чтобы она более такая объемная была. Симпатичная. Просто поверху на лепесточке. Это уже делать, в принципе, не обязательно. Мне хочется ее просто более доделать. Пока на этом остановлюсь. Вот такая максимально простая розочка. Пробуйте, у вас обязательно получится. Получится даже у самых маленьких. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И до следующих уроков. Пока-пока.